Уважаемые граждане Молдовы, как лидер списка избирательного блока Рената Усатый, я провел сотни встреч в разных уголках страны. На каждой встрече я вам рассказывал про наш законопроект «Аптечный автомат в каждое село». Я специально приобрел за границей один такой аптечный автомат, чтобы показать вам, что это не миф, это не пустые обещания, а это реальность, которую мы сделаем сразу же после досрочных парламентских выборов. Температура хранения лекарств круглый год согласно всем нормам. Люди больше не должны будут ездить в районный центр для того, чтобы купить самые необходимые лекарства. Посмотрите, как просто он функционирует. Значит, можно будет оплатить лекарства и наличными, и банковской картой. После того, как вы оплатили, значит, вы выбираете лекарство, которое вам нужно, например, 55. И ждете буквально несколько секунд, пока специальный робот, выбранное вами лекарство, доставит вам в корзину. Вот вы видите, как все просто может быть сегодня в 21 веке. Самый важный пункт данного проекта – это то, что вы увидите, сколько будут стоить лекарства, когда их будут продавать государственные аптечные автоматы. Вы прекрасно знаете, что цены на лекарства у нас в стране накручены в течение последних 20 лет, потому что рынок принадлежит полностью частным компаниям. Имея государственные аптечные автоматы в каждом селе и в каждом городе, вы увидите, что цены на лекарства будут гораздо ниже. Также очень важно, что вам больше не нужно будет ездить из села в райцентр для того, чтобы купить самый необходимый препарат. Голосуем за избирательный блок Рената Усатый. Мы – команда профессионалов. Сила в правде.